Друзья, а с вами Денис Гик. И какая же домашняя система Smart Home и безопасности без IP-камеры? Мой выбор — это вот такая вот камера Fuers 1080p, которая может работать с системами Tuya Smart, это приложение, ну и также Alexa, Google Assistant и другими системами умного дома. Но, кстати, прикольно то, что у них есть поддержка и собственный комплект системы безопасности для дома, по типу как система сигнализации плюс видеонаблюдение. Она работает как по Wi-Fi, так и по GSM, плюс туда также может коннектиться вот эта вот камера и содействовать и работать вместе с различными модулями. Итак, рассмотрим комплектацию. Сама камера, антенна несъемная, потому она сразу установлена на камеру. Шнурок и блок питания, значит 5 вольт, 1 ампер, USB-шный. Крепление, пилька вот такая длинная, скорее всего, чтобы нажимать reset. Значит, и крепежка сама интересна, потому что она у нас необычная. У нас, кстати, на камере снизу не просто там какой-то стандартный скотч или какие-то саморезы, болтики закручиваются, а стандартная резьба под штатив. То есть можно накручивать, и вот такой вот переходник для крепления там на стену, на потолок, куда угодно, то есть к любой поверхности. Плюс стандартная макулатура, инструкция, как быстро подключить к приложению Tuya Smart и уже начать использовать эту камеру. Именно такой комплект самый дешевый, он стоит $18. Кстати, камеру только использовать для помещения. Про это я... То есть это не outdoor камера, то есть не для наружки, только для использования внутри помещений. Флешками производитель, или вернее сам продавец, комплектует камеры, но, конечно же, цена будет возрастать в зависимости от количества объема. 32, 64, 128 поддерживается. У меня прям есть очень огромная флешка, 128 мегабайт, остальные все в деле, потому буду использовать именно ее. Ну а сколько потребляет наша камера, мне поможет узнать вот такой вот USB-тестер от FNI RSI. Подключаем его к заряднику, к камере, ну и в розетку. Так, в режиме сопряжения у нас 200 миллиампер. Так, в режиме работы до полуампера. Так. Камера вышла в онлайн, и у нас 300 миллиампер пульсации. Отличнейший тестер, ссылочку я на него также добавлю. Ну что ж, теперь переходим к подключению. Значит, если у вас есть карта памяти, рекомендую вам так, сначала... Здесь под углом. Сначала воткнуть карту памяти. Теперь взять родной шнурок. И, кстати, воткнуть очень хорошо, потому что здесь разъемы бывают новые, бывают чуть-чуть туговатые, плохо заходят. Бывает, воткнешь вроде бы, а не до конца. Ну, вы понимаете, о чем я. Значит, теперь сюда блок питания и поехали. То есть свидетельством о том, что камера начинает включение, это засветка НКА подсветки плюс светодиод светится. А теперь у нее пойдет самотест. В принципе, мы можем подождать. А потом уже спросить, что с тобой делать. Кстати, шпилечку тоже рекомендую достать. Так, кстати, должна матюкнуться обязательно. Всем встать. Или всем мордой в пол. Ну то ладно, в общем. Самотест. После самотеста камера выходит в рабочий режим. И нам нужно пойти на сопряжение. Так, вернуться. Кстати, 350. И по второй оси у нас 120 градусов. Это классный обзор. Так, о, вот это уже другое дело. На английском, кстати, трендит, а не на китайском. Итак, добавляем устройство. Значит, видим сообщение, что нужно включить Bluetooth. Обязательно его включаем и также геолокацию. Заходим в штору, локация и Bluetooth. После этого переходим в пункт видеонаблюдения. И стараемся найти свою камеру. В принципе, умная камера Wi-Fi у нас не двухдиапазонка, у нас только 2.4 поддерживает, не 5. Значит, и телефон наш должен обязательно быть подключен к 2.4 сети. То есть вот у меня тоже 2.4, я переключился с пятерки. Ну а теперь стандартно. То есть нам нужно заставить камеру мигать индикатор. Вот этот вот. Теперь мы... А, он и так, кстати, мигает. Либо же нужно нажать клавишу Reset. Он у нас мигает, значит, в режиме поиска. Теперь мы берем и ищем. Так, подтверждаем. Нажимаем вперед. Вводим от нашей сети пароль 2.4. Так, и поехали.
А теперь надо, чтобы камера считала QR-код, потому ее направляем на QR. И вот так вот. Может она и не захотеть читать, там в разных позах попробуйте, так и так и так. Но должна схватить. Может дальше чуть-чуть. О! О! Тенге, то есть где-то расстояние сантиметров 40. И тогда она... И она говорит, что я сейчас подключусь, все будет окей, окей. И нажимаем, я услышал звуковой сигнал. Теперь ждем, когда камера подключится, и вот здесь вот у нас тоже произойдет сопряжение. Все, камера онлайн, и сразу же она добавилась к нам. Все отлично, вот и вся процедура. Security камера, давай там 360 пусть будет называться, сохранить. Ну и в принципе все готово, камера уже подключилась. Итак, возможности у менюшки, ее покрутить можно. Немножечко задержка есть, в принципе это нормально будет. Так, дальше, значит, это у нас облачное хранилище. Повтор, это у нас, если были записи на карту памяти, мы можем их просмотреть, то есть все по тревогам, по каким-либо действиям, по там, срабатыванию датчиков. Так, скриншот экрана, матюкнуться, ну, стоп, вот включаем, раз, оп, и пошло эхо, вы слышите. Можно матюкнуться, если кто-то будет подходить там или поговорить. Это, собственно, рекорд, это у нас запись. Кстати, можно пролистать чуть ниже. У нас здесь есть сигнал тревоги. Можем включить при каких действиях, при обнаружении движения, отслеживании движения и по графику там включение-выключение, включение срабатывания датчика движения по типу как. Так, ну основной, ну кстати, мы ее можем развернуть на весь экран. Кстати, там можно где-то 4 таких камеры подключать к одному устройству и разделить экран, допустим, телефона на 4 области. То есть это такая поддержка приложения. Так, давайте выйдем. Теперь максимальные настройки, все, что у нас здесь есть. Значит, поддерживает сторонние приложения, там Google Home, Amazon. Переключение режима конфиденциальности. Основной набор функций. Так, значит, отображение времени водяными знаками, это чтобы постоянно у нас отображалось время и дата на видеозаписи, то есть на потоке. Так, индикатор состояния, это у нас свечение светодиода, его обычно убираю. Перевертыш экрана, это если у вас камера, допустим, подключена, прикручена к потолку, а вам нужно перевернуть экран, включаем эту галочку. Так, режим разговора, ну понятно, общение, то есть в ней также есть микрофон. Так, дальше. Функции инфракрасного ночного видения. Значит, автоматически отключено или включено. Показываю, как это работает. Бывает, иногда спрашивают. Так, значит, ну, автоматом. Выходим в меню, понятное дело. Оп, накрываем ее. И включается инфракрасное видение. Но оно сейчас само себя слепит. Потому вот так вот сделаем. Вот, видите. Переключается. С цветного на ЧБ режим. Слышно, как щелкает релюшечка. Оп, 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 оп. И сейчас щелкнет опять. Оп, переключилось. Это автомат режим. В принципе, все работает. Оповещение при движении понятно. Оповещение при движении. Оно, кстати, сразу и дает и сохраняет видеоряд на карту памяти в виде там 10-секундной превьюшки. И полностью отрывок можно сделать, чтобы сохраняло. Настройки хранилища. Это немаловажно. То есть у меня там 128 мегабайт использовано. То есть понятно. Переключить запись. Кстати, здесь можно в облако писать и писать на карту. Здесь тоже можно это задать. Вот переключить запись на карту памяти. Теперь по поводу облака. Оно у нас в пункте меню приобрести опцию. Значит, так... Вот, облачное хранилище, то есть тут все шифрование, защита, мы никому не выдадим ваши файлы, там подписка. Сколько же стоит, интересно, подписка? Значит, хранилище это от самого, я так понимаю, сервис, который работает в Stuya, базовый план 30 дней 4,49, там премиум, ну то есть отличается только количеством объема места на сервере. И также, ну, время тут понятно, можно все это купить, то есть, но это не бесплатно уже, знаете. Так, офлайн уведомления, понятно. Ну, а дальше общие настройки. Тут, по сути, из того, что нужно, это доступ к устройству можно расшаривать там, для других аккаунтов, либо же для семьи своей, то есть устройство, чтобы они также имели к ним доступ. Ну, и обновление прошивки, я так понимаю, нет доступных обновлений, то есть последняя прошивка уже стоит, можно, конечно же, поставить, чтобы оно обновлялось автоматом. Да, вот основной модуль.
2.0.82 и модуль микроконтроллера. То есть все. Да, кстати, задержка небольшая есть, но она практически минимальная. И по сравнению с камерой Xiaomi, это работает, ну, очень жваво, вот именно в плане загрузки и отображения, то есть в реальном времени. Классно, я бы сказал. Вот. Вот этот злобный кам стоит. Так, сделаем еще вот так и на full экран. Прям вообще, ну, красота. Так что, друзья, в принципе, как за 18 долларов камера суперская, тем более она поворотная по двум осям, я без проблем ее могу рекомендовать. Тем более она имеет матюгальник, инфракрасные глазки. И все это 1080p, а не 720, как раньше. И, кстати, я думаю, именно этой фирмы есть они же и наружного применения. Они более даже актуальны, чем внутренние. То есть внутренние это для какого-нибудь там наблюдения, той же системы безопасности. Бывают там за детьми наблюдают, как радионяня, видеоняня. Ну, вы понимаете. Ну, а, конечно же, бывает и в подъездах, чтобы лампочки не скручивали. В общем, всем, друзья, желаю хорошего настроения, чтобы у вас не скручивали лампочки в подъездах. С вами был Денис Гик. Пока-пока.